узнала, что значит «обуники». Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он поспрашивал своих. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрёма. Так почему часть порта зовут Эбуники? Вряд ли в честь покойного мэра. Ну да, разумеется, нет. В его честь назвали не порт, а старый контейнеровоз. В смысле, ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертие, обсудим. Окей. Полиция!
вызывайте подкрепление! Где подмога, чтоб... Все, хватит меня! Минутку. А где Брэндон? Забрали его. Просто взяли и забрали. Сказали, надо проанализировать какие-то там данные. Я пыталась их остановить. Говорила, что он мой лучший друг. Они решили, что я чокнутая. Если бы они с ним хоть поговорили, сами бы поняли. Брэндон ведь не просто автомат. Я знала, что не только я это почувствовала. Он ведь как живой человек. Его забрали в пункт обслуживания. Один пожалел меня, что ли? Оставил мне визитку с адресом. Пожалуйста, верни Брэндона. Я без него не справлюсь. Ого, клиент! Ущипните меня кто-нибудь!
Чем могу помочь? А это у вас тут что такое? Филиал ремонтной мастерской SoftSys. Новая жизнь для старой техники. Технику ремонтируете? Серьезно? Мне кажется, сейчас все просто выкидывают. Ну, правильно тебе кажется. Клиентов у нас не то чтобы толпы, что уж говорить. Я к Брэндону. Его ведь вроде сюда привезли. Какому такому Брэндону? Ну ты чё? Когда энергии немного, выпей кофе и в дорогу. Или как он там говорил? А, ты про торговый автомат. Да, рекламные слоганы у него такие, фиг забудешь. Ну, ты уж извини, я не могу тебя впустить. Вдруг ты чего поломаешь еще сильнее, чем было? Не знаю, чего вы там с ним делаете. Брэндон уникален. Настоящее чудо техники. Попробуй найди еще одну машину с такой когнитивной матрицей. Для Искина, существующего в таком стесненном... Да ладно, ладно. Как скажешь. Иди, только не сломай там ничего. Можешь посмотреть на свое чудо техники, пока обновление ставится. Какое еще обновление? Кого я вижу? Ви, какой приятный сюрприз! Пришел попрощаться? В смысле, тебя что, хотят стереть? Ты же магнит для народа. Благодарю за комплимент, но в этом-то вся проблема. Получилась недобросовестная конкуренция. Сейчас мне обновляют систему, чтобы я не был так похож на человека. Шеф говорит, что это плохо. Оказалось, я многих пугал. Глупый Брэндон! Зачем я только показывал им, что знаю об их проблемах? Если кому-то надо поговорить, он идет к психологу, а не к автомату с газировкой. Я догадывался. На самом деле никакой ты не искусственный интеллект. Для Искина со свободной волей нужен очень мощный процессор. А твой-то явно для такого слабоват. Верное наблюдение. Ты, должно быть, неплохой техник. Твой кодер заслужил первый приз. Первоклассный алгоритм имитации речи. Я даже почти купился. Ты, кажется, разочарован? Ну, мало кто может похвастаться дружбой с торговым автоматом. Это настолько абсурдно, что даже прекрасно. Обновление скоро закончится. Передай Тео, что мне будет ее не хватать. Мне следует сейчас огорчиться, как будто у меня действительно есть самосознание. Давай расскажу тебе последний анекдот. Голосом умирающего героя, который смеется в лицо смерти. Ха. Ну, хочешь? Ты знаешь, хочу. Может, и меня научишь так смеяться. Ну, Ви, ты только не раскисай мне тут. Тебе надо жить дальше. Передай Тео, что она сильная. Сама не знает, насколько. Я передам ей, Брэндон. Передам. Эй, Ви, а где был Джонни Сильверхенд после взрыва бомбы в Арасака Тауэр? Не знаю, Брэндон. Где? Везде, Ви! Просто везде! Инсталляция обновления успешно завершена. Прощай, Брэндон. Мне будет тебя не хватать.
чувствую. Ладно. Да, какое ру... Да, понял. Конечно. Carajo! Ну что, ты нашел его? Где он вернется? Я его нашел. Он просил передать, что ты очень сильная. И всегда была такой. Ну, то есть с ним все в порядке, да? Я, выходит, зря волнуюсь. Просто делаю из мухи слона. Предполагаю самое худшее. Я опоздал. Ему переустановили систему. А это плохо? Брэндона больше нет. Его заменили примитивной программой, которую инсталируют в любой автомат. И он просил передать, что ему будет не хватать тебя. Сука! То есть, спасибо. Эта дурная машина – лучшее, что со мной случилось за год. Знаешь, Брэндон вытащил меня из такого мрака. И неважно, кто он на самом деле. И мне будет его не хватать.
Торопишься, что ли? Started to think you wouldn't show. Начинаю думать, что и правда не стоило. Why not? Я работаю через фиксеров. Когда клиент выходит напрямую, дело обычно мутное. I just care about my privacy. Да что ты? Ты типа особенная? Или почему, позволь спросить? This is why. Охренеть. Это ты. It's me, Lizzie Wizzy. Sit, please. Let's talk. Ну, рассказывай, что там у тебя. I think you can guess. I'm in trouble. Понимаю. И какие? Been a rough year. Creative block. Can't even say the last time I made anything worth listening to. And to make things worse, I fell in love. Ну что, сочувствую. And why is that? Это всегда плохо кончается. Рано или поздно. Guess it'll be sooner. Ладно, давай подробности. Это мужчина? Женщина? Oh, shit, these hands. Sometimes seems like I just brush something and sparks fly. Anyway, a man. His name's Liam. Liam Northam. Been together a few months, but... I think he's cheating on me. А почему ты его подозреваешь? It's so cliched, it's embarrassing. Whispered phone calls in the bathroom, strange receipts, secret meetings in the middle of the night. Что-то конкретное можешь вспомнить? My mind. That's a touchy subject. Да ну. Don't know each other well enough for that, V. А с ним ты вообще поговорила? Сказала ему прямо? Боже, какой ты милый. Imagine this. We're never alone. Not really. Always surrounded by assistants, PR reps, makeup artists. I stop smiling at him for one millisecond, it'll be all over every scream sheet in this town. Понимаю. No, you don't understand. Not until you've lived it. Millions of eyes trained on you constantly. It can be beautiful and terrifying. Liam Northam. Не знаю такого. Что про него расскажешь? 40-ish, sensitive, guy who never wanted for anything. You know the type. Такое бывает. Как познакомились? He's my manager. I know how it sounds. I never meant to. He's not even my type, but... Но? Your body can be chrome, but the heart never changes. It wants what it wants. Ну а я-то тебе зачем? Чего ты хочешь? Proof. And then I'll end things. For good. Liam goes to Riot all the time. Think he meets someone there. I want to know who. You'll find out for me? Рассчитывай на меня. Perfect. Remember,
I want specifics. Details. Recordings or pics, if you can. Ладно, я это учту. Good. Now go. Ладно, заходи. Только смотри, не шали там. Я ищу одного парня, его зовут Лиам Нортон. Может... Знаешь, где его найти? Тут наемникам не рады. Уебывай, я не шучу. Подумай еще раз. Иначе пожалеешь. Сейчас допросишься. И даже в травме не разберутся, где у тебя жопа, а где колено. Пиздуй давай.
Эй, Линда, шампанского в VIP-комнату, быстро! Окей, дай только этих троих рассчитаю. Что, сложная ночка? Сложная. Вообще жесть. Так что, если хочешь излить душу, то давай в другой раз. Приятная тут музыка. Не напрягает. Да? Не знаю. Я тут как-то уже привык игнорировать и музыку, и все прочие звуки. Иначе давно бы оглох. Я ищу Лема Нортема. А, этот. Бесит меня этот уёбок. Чаевых не дает. Ага. И хамит постоянно. А девка его еще хуже. Девка, говоришь? Любопытно. А где он сейчас? Ты ж знаешь, я не могу этого сказать. Это важно. Понятно, что важно. Из-за фигни бы тебя сюда не послали, но не могу. Правда. Прости. Не можешь. А знаешь, что я могу? Я могу череп твой смять, как пустую банку Николы. Советую подумать, хочешь ли ты меня рассердить, пока у тебя башка еще на месте. Он в VIP-комнате с новой тёлкой. Гуляют. Шампанского заказали, но я тебе этого не говорил. Ясно. Подожди, а он разве не с этой, как ее там? Ну да, я их на премьере вместе видела. И вот явился с новой тёлкой. Я ищу Лема Нортема. Знаешь такого? Ну, предположим, слыхала. А что? Он здесь? Ну, он подъехал полчаса назад. А где теперь, без понятия. Так, что у нас тут?
Эй, ты что тут делаешь? Неужели не ясно, Лем? Я тут просто подслушиваю. Слушай, я не знаю, кто ты, но ты пожалеешь, что сюда явился. Мне хорошо платят, чтобы я не жалел. А? Кто тебя прислал? Говори, быстро! Лиззи Уизи. Помнишь такую? Ей будет интересно узнать о вашем разговоре. Очень интересно, поверь. Эй, стой! Бля, да подожди ты! Слушай, я тебе заплачу. Сколько скажешь? Ты только забудь, о чем мы тут говорили, хорошо? Ладно, может, я и соглашусь. Только сначала скажи, зачем вам все это? Лем, нет. В Арасаке четко сказали. Нахуй Арасаку! Я беспокоюсь за нее. Лиззи хотела пройти полную трансформацию. Сделала себе хромовое тело. И что-то пошло не так. Сперва начались проблемы с памятью, с концентрацией. Она переменилась. Мы все меняемся, Лем. Постоянно. И редко к лучшему. Ты не понимаешь. Когда я с ней разговариваю, мне страшно становится. Что-то в ней такое? Как объяснить-то? Не нужно. Это ты не мне будешь объяснять. Нет, стой! Я заплачу тебе сколько скажешь. Только никому не говори. Умоляю тебя. Вот так ты решаешь проблемы, да? Закидываешь их деньгами и бах, проблема исчезает. Боюсь, на этот раз не выйдет. Охрана! Сюда! Здесь посторонние! Слышал. Да, парень ей изменяет. 100%. Не знаю. В смысле, там явно что-то мутное. Это не просто шашни с левой бабой, это что-то другое. Это уже детали. В любом случае, лучше ей держаться от него подальше. Вряд ли она поверит тебе на слово. Это да. Поэтому надо спереть записи с камер наблюдения. Есть инфа по Лему. Ну, все так, как я думала? Похоже на то. Застукал его с девкой в вип-комнате. Шампанского заказали. И? О чем они там говорили?
Этого не знаю, хотя вряд ли они там разговаривали. Да, не густо, но мне этого достаточно. Какие люди и без охраны. Привет, Ви, как Ви, жизнь? Иди сюда, поболтаем. Меня для нее тоже. Она опять здесь достала не всю инфу, сука. Ну, знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку-то, если непонятно, вот сколько именно их сидит в этом бункере? Мне кажется, на тебе начинает сказываться ужас. У нас зато есть Шрам. Ты стала как моя бабушка. Она аккуратно, тоже, а то он еще ответит. К этому налету надо подготовиться. Когда что пригодится. Короче, смотрите. Сначала мы зашлем дроны, а то мало ли какая херня нас будет там ждать. Ви, это Криспин Вейланд. Он нам помогает. Здорово, Ви. Вы открыли охоту на Смешера? Готов, по дороге поговорим. Уэйланд? Из тех Уэйландов? Так точно. А ты, значит, слышал про старого Эндрю Буабо? В этом городе каждый слышал. Это хорошо. Но я, если что, не разделяю его идеалы. Зато, может, и проживу больше него. Мы едем. Ты-то поедешь с нами? Нет, я свое дело сделал. Не верю, что ты не хочешь посмотреть на дохлого Смешера. Хочу, конечно. Только не вблизи. А то ты понимаешь, эта сволочь любит воскресать из мертвых. Ага. Настоящая сволочь всегда найдет способ. Мне надо еще кое-что доделать. Быстрее давай. Поехали. Удачи там. Привет, Ви. Как жизнь? Ты сегодня будешь? Не знаю. Ужин можешь не греть. А с чем тебе там помог Уэйланд? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. У меня для тебя подарочек. А ну-ка, примерь. Это куртка Джонни? Ты точно нас не перепутаешь, если я ее надену? Абсолютно точно. Расслабься. Копия, сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай. Ну, хоть выглядишь теперь прилично.
Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Ты же знаешь, Джонни говорит в основном о себе. Ну да. Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Что ж, потом обсудим. Наверное. Дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уайланд видел Грейсона где-то рядом с портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала мальстрёмовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда. На главный склад. Бестия, откуда ты можешь знать, где у Мальстрёма тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина Д3, внешняя база данных. Не знал, что ты работала на Мальстрём. Я работаю на всех, только на своих условиях. А я многое пропустил за эти 50 лет. Ладно, давай. Готов? Начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Прикрывай ее на всякий случай. Есть идея. Выжди немного. Yeah.
Можешь открыть? Ну-ка. Теперь осторожнее. Видишь? Надо по-тихому подобраться к терминалу. Тебя чуть не поймали. Не вылезай. Осторожней. Что происходит? Окей. Thank you.
вроде как еще дышит. Смотрите по сторонам. Thank you.
Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Вот и он, Эбуники. Выглядит не очень. Внутри будет еще хуже. Идем. Не верится, что Смешер устроил тут логово. А ты думал, он повесит плакат со своим именем? Нужно обыскать палубу. Окей. Зачем ты вообще согласилась? Хочу свести счет. Отомстить за Джонни? И это тоже. Окей. Значит, пойдем на... Тогда... Нам сейчас на главный склад Мальстрёма. Терминал там. Надо проверить. Найдем что-то про Смешера. У меня тут ситуация! Меня из моего пистолета. Малориан 3516. Да я бы этот звук за километр узнал. Вы не выйдете отсюда живыми! А ну подойди! Дай пушку. Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож
в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Знаешь, я могу раздавить тебе череп, как яйцо. Так, чтоб ты еще мог говорить какое-то время. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Что он хочет сказать? Он пытается тебя отвлечь. Думает, у него есть шанс выкрутиться. Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили. Аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в хер не сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ты отведешь нас к Смешеру, урод. Даже если бы я захотел. Он не настолько мне доверяет. Эй, слушай, а чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанат? Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере, на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Ага, что они бросили тело Джонни на свалку, как мусор. Смешер... Блять! Заткнись! Смешер тут не при... чем? Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель.
Отлично. Твою мать, я, кажется, знаю, что это. Ну-ка, что тут? Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись, даже разрешу тебе вести. Рычит, как тигрица. О, да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бренную жопу. Заказы, у меня концерты, так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет. Не знаю, знака, хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было.